После длительного перерыва Лужский оркестр народных инструментов вновь порадовал лужан своей виртуозной игрой и вокалом солистов. 2 февраля отчетный концерт оркестра собрал полный зал благодарных слушателей. Музыканты сыграли классические и современные варианты русских народных песен и мелодии отечественных композиторов, исполнили песни военных лет и казачьи мелодии. Поздравим оркестр с... с возобновлением творческой деятельности и будем надеяться на продолжение выступлений.